Я был дураком, то есть националистом. Сейчас я уже давно православный христианин. Вся художественная литература – это вранье. Отец лжи – сатана. И все писатели художественной литературы – это сатанисты. Российское телевидение, я считаю, на самом деле, американское телевидение. И европейское телевидение. Его надо разгонять в шею. Вы общаетесь с кем-то, кто имеет сейчас отношение к власти в России? Ну, конечно. С вот кем? С вами. Если бы вы увидели, как я на самом деле живу в лесу, какие у нас прекрасные дома, я думаю, что вам было бы простить, как женщине завидно. Потому что мы живем значительно лучше, чем живут олигархи на Рублевке. Патриарх Кирилл, он так кто для вас? Это правильная богословская формулировка. Не боитесь иска за оскорбление чувств верующих? Я не боюсь даже смерти за правду. Собчак.